уважаемые дамы и господа, я сразу хочу выразить слова признательности и благодарности организаторам выставки. Несмотря на кризисы, несмотря на санкции, удалось привлечь большое количество участников этой выставки. Это говорит о том, что строительство, строительные материалы в Российской Федерации востребованы. Строительство необходимо. Строительство – это локомотив экономики. Поэтому большое внимание уделяют строительству и руководители страны. И не случайно многие программы направлены на то, чтобы строительство в стране не замирало. Это и расселение аварийного фонда, это и капитальный ремонт, это вопросы, связанные с материнским капиталом, когда разрешается при рождении ребенка сразу использовать средства на приобретение жилья и так далее. И мы надеемся, что вот эта площадка, площадка выставочная, позволит еще раз обратить внимание на само строительство, на промышленность строительных материалов, обратить внимание бизнесу о том, что здесь новые технологии, новые материалы, которые реально можно применять в строительстве. Я желаю удачи всем строителям, бизнесу, банкирам, чтобы они немножко с кредитами разобрались, ну и, конечно, выставочному комитету. Спасибо.